Ивановский регион встречает нового губернатора с приставкой в Рио. В областном правительстве ставленника Владимира Путина представил полномочный представитель президента Александр Беглов. В кратком выступлении федеральный чиновник резюмировал: за годы, что провел у власти Павел Коньков, было сделано многое. В числе достижений – ликвидация проблемы с детскими садами и повышение уровня жизни. Хотел бы поблагодарить управленческую команду правительства Ивановской области за достигнутые результаты. И, конечно, Павла Алексеевича Конькова за то, что в течение этого времени в тех условиях, в которых находилась Ивановская область, и те возможности, которые были у управленческой команды, были все-таки реализованы и есть налицо определенные успехи. Президент регионам рекомендует сосредоточить усилия на социальной сфере жизни общества, уделить внимание сфере здравоохранения, образования, культуре. Такие задачи стоят и перед новым губернатором региона. Мой опыт мне подсказывает, что, сидя в кабинете, читая справки, жизнь не поймешь. Поэтому я планирую выехать в муниципальные районы, вникнуть в проблемы, пообщаться с жителями, с коллективами предприятий, с общественными организациями, с ветеранами. Хочу пообщаться со всеми вами, вместе выработать план развития и его реализовать. Станислав Воскресенский отметил, что область с таким названием, как Ивановская, должна быть в числе передовых. Коренной москвич рад служить на родине своего любимого режиссера Тарковского и готов к любым сложностям. Кадровой шашкой махать не собираюсь. Наоборот, буду бережно относиться к тем, кто работает честно и эффективно. Уверен, что работая вместе, мы с вами добьемся результата, чтобы жизнь в области менялась к лучшему. Для экс-губернатора Конькова у нового главы тоже найдется работа. Управленческий опыт и знания острых проблем региона будут незаменимы в труде советника Станислава Воскресенского. Но это будет не сразу, пока Павел Коньков берет отпуск от государственных дел. Было разное, были где-то и конфликты, были и несогласия, но всем вместе работали на благо жителей Ивановской области. Не мне оценивать результаты, это, наверное, сделают другие, но то, что какие-то позитивные результаты есть, меня сомнений не вызывает. Поэтому еще раз искренне всем спасибо за эти годы, за помощь, за поддержку, за советы, за активную деятельность. Станислав Воскресенский отметил, что жители региона уже пишут ему в социальных сетях с просьбами решить те или иные проблемы. Всех готов выслушать и по возможности помочь. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.